Санитарную пятницу устроили сегодня в Свердловском районе. Около 50 человек, среди которых сотрудники администрации, работники социальных служб, трудовые отряды и местные жители, вышли на уборку Ярыгинской набережной. Берег Абаканской протоки – одно из традиционных мест отдыха красноярцев. Здесь ловят рыбу, гуляют и любуются видами Енисея. Однако после таких прогулок нередко остается бытовой мусор. Территория муниципальная, но не благоустроенная, поэтому убирать решили совместными силами. Мы здесь гуляем каждый вечер. И вот когда, скажем так, объявили, что необходимо прибрать нашу набережную, мы с удовольствием пошли с нашей Марусей, потому что каждый вечер гуляем и ужасаемся. Ну, может быть, отчасти потому, что нас родители приучили с детства за собой убирать, а во-вторых, мне нравится ходить по чистому городу.